13-й Красноярский экономический форум будет работать с 18 по 20 февраля. По прогнозам краевого правительства, в дискуссионных площадках форума примут участие порядка 5000 человек. Уже сейчас, за месяц до старта форума, подано около 1000 заявок. Как ожидается, только выставочная экспозиция КЭФ займет площадку более чем 700 квадратных метров. Участниками КЭФа-2016 станут представители крупнейших бизнес-сообществ, успешные предприниматели, представители торгово-промышленной палаты, общественной палаты России, а также представители федеральных и региональных властей, министры и ведущие мировые эксперты. Последних на форуме уже заявилось около 200. Все эти специалисты обсудят стратегию социально-экономического развития края и страны в целом на ближайшие 15 лет. Эта тема номер один рассматривается сегодня в правительстве России. И, конечно же, на примере той работы, которую мы ведем по стратегии, которую ведет губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский. И мы увидим с вами образ будущего, как себе представляет образ будущего Новосибирск, Калуга, Москва, Красноярский край, Владивосток. Ну, все наши субъекты Российской Федерации, которые представлены, будут обсуждать со своими экспертами. Программу предстоящего форума приоткрыли и специалисты молодежного правительства. По традиции форум откроется именно с молодежных площадок. В этом году их объединили под общим названием «Поколение-2030». Общественные деятели и молодые активисты обсудят, как выстроить эффективное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом, в том числе и развитие в стране социально направленного бизнеса или так называемого третьего сектора экономики. В этом году это станет первой площадкой в стране по обсуждению и формированию концепции развития третьего сектора в Российской Федерации. Эта концепция, ей занимается Общественная палата Российской Федерации, и она будет презентована президенту нашей страны в конце этого года. Кстати, на форум уже могут регистрироваться не только участники, но и волонтеры. Они будут помогать гостям на дискуссионных и других площадках форума, сопровождать их и обеспечивать необходимой информацией. Мы набираем в этом году 280 волонтеров и 18 тимлидеров. Тимлидеры – это руководящий состав, это менеджмент, менеджеры, которые возглавляют ту или иную функцию, те или иные функциональные направления волонтерского сопровождения КЭФа. Тимлидеры должны подать заявки, желающие стать тимлидером, должны подать заявки до 24 числа. Всех желающих принять участие в форуме в качестве волонтеров просят обращаться по телефону, который вы видите на экранах. Срок подачи заявок до 20 января. А чтобы заявиться на деловую программу форума, нужно зарегистрироваться на сайте КЭФа до 10 февраля. Александр Ловицкий, Максим Галат и Андрей Крупнов. Новости.